смотрите в этой серии? Боже мой, какое уродство! Вы серьезно? Эта невеста сумасшедшая. Нет, не надо. Мне не нравится то, что вы сделали, так нельзя. Я хотел, чтобы было повыше, а ты говорил пониже. Я должен заботиться обо всем, да? Мы сделаем этот торт. Я не буду его делать. Мы не соглашались сделать еще один торт, вот пусть он и делает, а мы не будем. Если я сказал, что мы сделаем торт, значит, мы его сделаем. Нравится вам это или нет? Это кондитерская Карла. Каждую неделю из этих дверей выносят тысячи тортов и пирожных. Это моя команда, моя семья. Мы сделаем нашу кондитерскую самой популярной. И они зовут меня Бадди. Я здесь главный. Король тортов. Сезон свадеб, единения, выпускных, сезон тортов. На этой неделе торты лезут у меня из ушей. Сейчас я работаю над свадебным тортом. Мать невесты уже много лет моя постоянная покупательница. Пару месяцев назад она пришла сюда, чтобы поговорить о свадебном торте для дочери. А где будет прием? В Элтон Кантри Клаб. Прекрасно, очень хорошее место. Да, милая, то, что она хотела, но... Мы собирались пожениться в пустыне, чтобы никто не смотрел. Да, круто, знаю, на верблюде, но я не так хорошо катаюсь на верблюдах. Мы не собирались тебя приглашать, спасибо, я всего лишь мама. Каждую неделю я встречаюсь с 30-40 невестами. Так что вас ждет нелегкое время. Это твоя. Прошу, свадьбы мечты нет. Я так рада, что ты и я выходила замуж в Мэри, так что у меня не было свадьбы мечты. То есть это свадьба, которой не было у тебя, я никогда не хотела. Они постоянно спорили, как день и ночь. Она не занимается организацией свадьбы, и все это приходится делать мне. Она даже не разговаривает со мной, просто какой-то набор фраз, а ты начинаешь кричать, орешь, бросаешь трубки. Давайте вернемся к торту. Он может быть разноцветным. Какие цвета вы предпочитаете? Белую глазурь? Черную? Опять черный, это не подходит для свадьбы. Я бы не отказалась, если бы торт выглядел как для похорон. Может быть, скалы. Мне нравятся скалы. И чтобы родители меня не контролировали. И если торт не получится, мы сможем кинуть его в нее. Куда кинуть? Меня? Нет, в нее, в нее. Я хочу сделать для вас торт, который бы понравился вам обеим, и вы обе были бы довольны. Для того количества гостей, которые у вас будут, я бы сказал 4 яруса цвета слоновой кости с украшениями в честь мамы, и там будут калы. Только посмотри. Да, мило, очень мило. Поздравляю, спасибо. Всегда рад. Спасибо, мы сделаем красивый торт, я уверена. Если у вас появятся вопросы, скажите мне об этом. Я хочу наполнить торт, покрыть его глазурью и затем украсить. Я сделаю складки из глазури, поскольку она мягкая. Выложу ее вокруг, мне нравится эта техника. Что хорошо, что так все может падать свободно, пусть действует сила гравитации. Я сделаю его взбитым, я выкладываю слой, все открыто. Мне нравится, как украшен этот торт. And I was so happy with the way the cake was draped. Мы вручную сделали эти калы. Затем я стал втыкать их. И я начал втыкать, и чем дольше я смотрел на торт, тем больше он мне нравился. Я подумал, что невесте эти калы очень понравятся. Что скажешь, им понравится? И дочери, и матери. Не знаю. Хочу кое о чем с тобой поговорить. Мне позвонила девушка из больницы Святых Джозеф и Паттерсона. Она спросила, не можем ли мы им помочь. Это детская больница, я очень хочу ей помочь. Послушай, я хочу для детей все, что угодно. У нее есть логотип, и я думаю, что логотип, да, будет смотреться на шикарном торте. Пара шикарных тортов для этого случая без проблем. Да, я позвоню и скажу, что мы обязательно что-нибудь сделаем. Мы сделаем пару шикарных тортов, на это уйдет около часа. Небольшая проблема, вообще никаких проблем. Бали? Что? Карен из больницы на первой линии. Бадди, чем могу помочь? Привет, Бадди, это Карен из детской больницы. Привет, Карен, как дела? Джоуи сказал, вы сделаете нам торт с трехмерным изображением биплана. Это наш логотип. Трехмерное изображение? Вау. У меня есть пара файлов с логотипами, которые я могу отправить. Мы ожидаем, что на прием придут 500 человек, и сколько тортов им может понадобиться? Этим тортом нужно накормить 500 человек, да. Пришлите мне логотип на e-mail, и я посмотрю на самолет и попробую понять, что нужно делать. Большое спасибо. Пока-пока. Джоуи!
Ты сказал мне, что это для благотворительности. Я сказал, что без проблем, потому что это на благотворительные цели. Но она мне позвонила и сказала, что это для 500 человек. Она хочет фигурку аэроплана, то, сё. Это будет нелегко. Где мне взять время на все это? Это должен быть не просто большой, а огромный торт. Он у нас будет иметь форму облака. Я посмотрел на логотип, и сразу же мне пришла в голову мысль, как все должно быть. Внизу будут белые облака, затем наверху мы сделаем биплан, а затем сделаем небольшой баннер спереди, где будет написано «Больница Святого Джозефа». Ты будешь резать. Я возьму губку, возьмешь. Через 10 минут начну. Губку Реми сделает самолетик. Все, начали. Давайте. Мне пришлось напрячь мою команду, чтобы мы сделали этот торт. Я не хочу сегодня ночевать на работе. Давайте поговорим о самолете. Первое, что я сделаю, поговорю с Реми, и ты будешь главным. Очень важно, чтобы ты позаботился обо всем. Выглядеть должно вот так. Вот так, хорошо. Ты отвечаешь за самолет. Смотри, не перепутай ничего. Хорошо, это очень важно, ясно? Я сказал, Мауро, ты будешь вырезать небо из основания торта, наполним его шоколадом, свежей клубникой и ванилью. На вкус будет отменно. Барри? Что? Здесь Эллисон, она завтра выходит замуж, и она хочет посмотреть на свой торт. Но здесь она хочет проверить свой торт, да. Хорошо, пришлите ее ко мне. Милая, вы можете подняться. Такое происходит не так часто, но я всегда рад, когда невеста приходит посмотреть на мою работу. Привет. Я хотел бы взглянуть, как дела на свадебный торт. Без проблем, вы волнуетесь? Вы пришли сюда за день до свадьбы. Можно взглянуть? Конечно, так. Сейчас я вытащу его. Хорошо. Для вас. Давайте посмотрим. Боже, какое уродство. Я вытащил торт, я думал, ей понравится, я поставил его на стол, посмотрел на нее, она заявила, что это уродство. Но мы же так договаривались, я сделаю украшение Каллы. Он выглядит слишком традиционно, мне не нравится такой вид. Нет. Или вы все не так поняли, или моя мать заплатила вам лишние деньги, чтобы вы сделали мне такой скучный торт, я не знаю, но это абсолютно не то, что я хотела, для меня очень важен этот торт. Вы можете сделать мне абсолютно новый торт? На завтра. Здесь даже ярких цветов нет. Послушайте, на мне будут яркие пурпурные туфли с синей платформой. Я знаю, но подождите немного. Я хочу поговорить со своей командой, посмотрим, что мне удастся сделать. Я вышел из комнаты, и что происходит? Она взяла отсадочный мешок и стала из него брызгать на торт. Очень не понравилось то, что вы сделали. Вы пришли ко мне в кондитерскую, вы обрызгали глазурью мой торт, даже не знаю, что вам на это сказать. Я не знаю, как мне сделать его ярче. Нет, послушайте, я знаю, но мы так не договаривались. Это вдохновение? Вы хотите, чтобы я привез это на вашу свадьбу завтра? Показал все это? Нет, я вашим гостям? Хочу новый. Вы хотите новый? Мне стоит привезти вам этот. Я хотел преподать вам урок, который вы испортили. Знаете, я пока буду очень мил. Сделайте мне должен, не уходите. Ладно. Я так ждала этого торта, я хотел, чтобы он был прекрасным. Теперь вы это поняли, я надеюсь. Понял. Хорошо, да? Пока, пока. Первая моя мысль, я не буду делать этот торт. Я бешусь. Бесишься. У нас тоже много работы, и мы вообще сегодня ничего не закончим. Но потом я подумал, что, по крайней мере, нужно сообщить ее матери, почему на завтрашней свадьбе не будет торта. Это Барри из кондитерской Карла. И я говорю, вы, наверное, не знаете, что только что сделала ваша дочь. Она абсолютно и полностью испортила торт. Я не думаю, что смогу сделать для вас торт. Дальше я понял, что у матери глаза на лоб выскочили. Она стала извиняться, говорит, что заплатит за другой торт. Вы хороший покупатель, вы знаете, и я хочу все для вас сделать. Берегите себя.
Послушайте. Дэнни. Да. Так, нам нужно сделать этот торт. Какой торт? Для этой занозы? Я не буду этого делать. Она может делать свой торт где угодно, и я не буду его делать. Все, тебе нужно было остановить ее. Да, схватить. Кто так поступает? Мы не будем делать другой торт. Пусть он делает, а мы не будем. Вы должны доставить все. Все возвращаются к работе. Этот торт. Вы должны отвезти этот торт. У меня была истерика. Ты права, потому что она не получила того, что хотела, и теперь нам придется торчать здесь всю ночь. Так, послушайте. Я дал ее матери слово, и если я сказал, что мы сделаем этот торт, мы его сделаем. В этот момент я понял, что мне нужно ей что-то доказать. Я хотел доказать этой девушке, что я лучше, чем она думает. Солнце, нам нужны яркие цветы. Да, раз она хочет чего-то другого, она это получит. Этот новый свадебный торт будет из 5 ярусов, квадратный, стеганый. Я украшу его между каждым стежком маленькими серебряными жемчужинами. А сам торт мы украсим яркими сахарными цветами. Давайте сделаем пионы, оранжевые, розовые, гортензии и салатовый шалфей. Хорошо. Я заставил девушку работать цветами, они будут их раскрашивать. Все получится. Мы проведем здесь всю ночь. А мы с Дэнни будем делать стежки. Я научился этому очень-очень давно. Я буду делать их крест-накрест. Нужно положить линейку и сделать черточки. А затем в другую сторону, и таким образом сверху будут показаны стежки. Свадьба этой безумной невесты завтра. И нам нужно сделать этот торт. Роль тортов. Я должен вернуться и проверить торт с бипланом, поскольку его завтра отправлять. Можно задать вопрос, куда вы поместите надпись больницы Святого Джозефа? Сюда. Наверх. Должна тогда быть чуть повыше. Они решили, что сделают торт повыше, и баннер будет располагаться здесь. Сюда не влезет Святой Джозеф и больница. Нужно, чтобы он был чуть повыше, если хотите поместить баннер. Если будет так, то не получится. Он должен быть высоким, чтобы надпись поместилась. Я спросил тебя, я хотел узнать, что здесь творится. Это совсем не то, что я хотел. Я сказал им, Ару сказал, что слишком низко. Я хотел, чтобы было выше, но ты сказал, давай ниже. Глядя на это, я понимаю, что эта штука должна быть вот такой вышины, нужно согнуть. Мы можем оставить вот это место для баннера, но оно должно быть порублено. Знаете, я думал, я четко сказал то, что я хотел. Я думаю, что все должно быть сверху. Все заняты, у нас очень много работы, и мы сходим с ума. Что насчет этого заказа? Фрэнки делает простой заказ. Обычный торт, клиент ждет, а он еще не закончен. Они ждут этого заказа. Все готово. Фрэнки, я имел в виду, они здесь, заказ готов. Все очень заняты. Почему я должен обо всем беспокоиться? В эту коробку нужно положить рикотту. Я знаю, я это сделаю внизу, у меня здесь нет возможности. И куда ты положишь? Смотри, где ты положишь? Мы ничего не успеваем. Они пришли на час раньше. Что ты от меня хочешь? Что ты хочешь? Я хочу знать, что дальше. Ты даже не знаешь, что дальше. Ты уже должен был это сделать, а что дальше, я не знаю. Я знаю, что дальше, но мне не нравится, когда на меня орут, как на прошлой неделе. Я просто сказал, ты вообще, тебе вообще ничего не нравится. Там что-то было в списке доставки на прошлой неделе, чего там не должно было быть, и я подумал, что нужно еще раз проверить с тобой. Стретч, что? Послушай, после того, как Стретч мне все это сказал, я подумал, боже мой, ты шутишь, Стретч? Или мне тебя выбросить из окна? Ты худший из плохих курьеров. Плохих курьеров. Ты уверен, ты? Я слишком долго здесь работаю, чтобы быть плохим курьером. Выйди отсюда. Не хочу тебя видеть. Я пойду за клубникой. Оба идите. И поговорите там. Все. Я останусь здесь. Хорошо. Пусть он встанет там. Хорошо. Как только откроется дверь, отодвинься. Мы его польем. Отлично. Мне нравится. Хорошо. Да. Только отойди в сторону. Так мне его звать? Прямо сейчас. Хорошо. Я не хочу здесь долго торчать. Знаю. Я хотел отомстить Барри, поскольку последние пару недель он издевался надо мной. Барри заслуживает мести. Okay.
Не сходите с ума, я не знаю, что произошло, но я не знаю, там кондиционер накрылся в машине. Ты что, весь день доставлял продукты без кондиционера? Нет, я думал, я... Послушай, тебе надо включить мозги. Нет, я знаю, мне жаль, поэтому я пришел к тебе и говорю... Пошли, пошли. Стретч, ты меня с ума сводишь. Что? Опять. Ты не стой здесь. Опять я. Что такое, Стретч? Ты что, думал, что мои ребята пойдут против меня? Что с тобой? И бабах, он получил свое. Не стоит идти против меня. Стретч обратился к Фрэнки. Давай там с Тим Бадди. И ты думал, что Фрэнки не расскажет мне, что происходит? Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Все время игры стекло. Мне нужно закончить с тортом с бипланом. Этот торт должен быть идеальным. После того, как я порезал торт, и мы положили глазурь, он стал неплохо выглядеть. Но осталось еще очень много работы. Рэми из теста сделал тело самолета и крылья, заморозил и покрыл все это яркой желтой глазурью. Все, давайте ставить. Как только мы поставили самолет, стало просто идеально. Где хвост? Почти все остальное мы сделали из формовочного шоколада. Верхнее крыло, колеса, лицо, как из мультика. С помощью льда мы все это закрепили. По-моему, выглядит неплохо. Нос, глаза, все есть. В конце получилось очень здорово. Вы, ребят, проделали отличную работу. Я знаю, я устал, все устали, но это ради хорошего дела. Я думаю, все здорово, как из мультика. Похоже на логотип. В конце дня мы проделали хорошую работу. У меня отличная команда. Мы победители. Сегодня важный день. День свадьбы капризной невесты и благотворительного приема в детской больнице. У нас две очень важные доставки. А я еще даже не закончил со свадебным тортом. Уж невеста и капризная, но я хочу сделать ее счастливой. После того, как я воткнул цветы, мы должны были добавить съедобных серебристых жемчужин в стыке строчек. Так, дамы, давайте. Я все собрал, так, крепите жемчужины на пересечении линий. Эти серебристые жемчужины стали настоящим украшением торта. И торт получился просто отличный. Послушайте, я знаю, что эта девушка была для нас занозой, я знаю, что она всех взбесила, я очень ценю ту работу, которую вы проделали. Отлично выглядит, да уж. Мне нужно доставить торт капризной невесте, я хочу увидеть ее реакцию, поэтому я сам доставлю торт. Полегче. Боже мой. Привет, Бадди. Привет, как дела, миссис Крайман? Как вы? Какая красота. Вам нравятся мои поздравления. Спасибо, отлично. Такие яркие цвета. Цветы можно есть? Конечно, они же из сахара. Она была так благодарна, что я вообще сделал другой торт. Особенно после того, что произошло. После того, как она пришла, ничего страшного. Мне так жаль, все нормально. В порядке, конечно. Я просто хочу, чтобы в этот день она была счастлива. Спасибо. Боже мой, Элли, хочешь взглянуть на торт? Эллисон! Боже мой. Элли. Мама звала Эллисон взглянуть на торт. Элли, тебе надо взглянуть на это. Как мне кажется, она решила не доставлять неудовлетворения. Нет, я не поднимусь. Пожалуйста, я не шучу, это было твое решение, так что вперед. Понимаете, она волнуется. Я все понимаю, ничего страшного. Я, конечно, надеялся на другую реакцию капризной невесты, зато тот понравился маме, подружкам невесты, всем-всем-всем. Неужели это можно съесть? Потрясающе, божественно. Это просто произведение искусства, да. Прекрасно, произведение искусства. Я подумал, они настоящие, правда? Поверить не могу. Спасибо. В конце дня я сделал свою работу, я отвез ей прекрасный торт, и я хотел бы сказать ее жениху, удачи, брат. Тебя ждет очень нелегкий труд. Занимайтесь делами. Спасибо. Мне приятно, хорошего дня. Но теперь мне нужно доставить торт с бипланом.
Мы подъехали к месту, пора выносить. Нужно показать им на что. Держишь? Развернемся там, бадя. Сюда, вначале нос. Торт был потрясающий. Спасибо, наслаждайтесь. На вкус просто невероятный. Я чувствую, что этот торт имел огромный успех, я был так рад. Хороший торт для хорошего события. Все, забудьте, все просто здорово. Привет, пап. Привет, папа дома, что делаете? Привет. Очень много работал на этой неделе, в последние две недели... Я так давно не видел детей. Я так сильно соскучился по ним. Обнимите меня. Я тебя люблю. Как мой большой мальчик? Ты голодный? Я голодный. Все голодные. Да. Это ничего лучше домашней еды после долгого рабочего дня. Я так жду этого. Вот ради чего стоит жить. Ради семьи. Вот смысл всего. Спасибо, малышка. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Что делает мама и что делает папа? Папа делает торты. Хорошо. А мама готовит. Ничего не делает. Что? Ты ничего не делаешь, правда?